Ну что ж, друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем хардкорно проходить Resident Evil первую часть ремейк. Вот. Начинаем исследовать мрачные пещеры, наполненные хантерами. Я думаю, они будут наполнены хантерами. Так, мы вроде там видели зеленую травку, так что здесь мы не будем из ящика тратить аптечки. Вот. В прошлой серии узнали, что есть какой-то двойной агент корпорации Umbrella, который убивает свидетелей, подчищает тут все. Что бы то ни стало, его раскрыть, связать и наказать. Так, отлично. Сделали себе проходик. Вот она, травушка. Давайте ее сейчас сразу сожрем. Более-менее стабильное состояние у Криса. Так, вижу, огнеметик висит. Да, это местечко я помню такое. Пока трогать его не будем пока что. Давайте посмотрим. Валун здесь. Огромный валун преграждает путь. Воу-воу-воу-воу-воу! Еще не хватает музыки из Индианы Джонса. Там, по-моему, в первой части вроде как было такое. Он там убегал от валуна. О, патроны для дробовика. Ништяк. Самое то, что мне сейчас нужно. Еще бы аптечки. Аптечечки бы еще. Да побольше. Так. Что, давайте, наверное. Блин. Брать или не брать, вот в чем вопрос. Давайте возьмем. Сейчас должна дверь закрыться. Да, но теперь не выйти. Изучить. Вот это мощь. Противопехотное оружие распыляет поток пламени. Что, его сразу, наверное, экипируем. Его можно тратить, в принципе. Все равно уберем. Вот такой огромный паук. Пипец. Ай, ничего себе. Ну как гори, тварь. А, траванул, наверное. Еще один. Поменьше. Окей. Все, патроны кончились. Блин, а нет, не траванул. Фу, я думал, нас отравили. И как раз на этих двух паучков. Еще один. Да, ничего себе. Так, вы не можете нести больше предметов. Ножик. Зачем нам ножик? Пистолета вынесли, сдох он. Нет. Или это мои шаги? Да, сдох.
получаете. Отлично. Вообще, в конвульсиях дергается. Так, аптечки есть. О, синяя трава. Это, видимо, чтобы... Если нас бы отравили. Так, это карта локации. Карту мы возьмем. Давайте одну возьмем. Может пригодится. На всякий случай. Блин, жизни, конечно. Как кот наплакал. Так. А как его? А, о. Так. Что-то какие-то тут пещеры такие. О. Еще надо будет крутить, получается. Крутить, вертеть. А здесь нам не пройти, да? Давайте. Давайте попробуем. Кстати, как-то надо правильно покрутить. Я не помню, в какую сторону. Сюда? Нет. То, что валун сейчас покатится. Это все я помню с классической части. С классической версии. Нам надо прокрутить. Вот. Чтобы было углубление. Именно про это я и говорил. О, аптечка. Аптечка ништяк. Придется ее сейчас истратить. Сразу же. Спрей. Сейчас мы полностью восстановимся. Получается, пробил проход, да? Или... А, нет. Просто открыл здесь проход. Где там дверь? Вот. Здесь. Так, ну я так полагаю, это комнатка с этим загадочкой какой-то. Ниша. Статуя богини безмолвно улыбается вам. Что ты улыбишься, а? Так, кисогальное отверстие. А, короче, это вот статуя, да, получается. Ее надо в нишу поставить. Нам надо ее от стенки отодвинуть. От стенки мы отодвинем вот таким способом. Да, блин. Хорош кататься тут. Тут немножко изменено, но принцип тот же самый, что и был в классической версии, в принципе.
отодвинули от стенки. Теперь надо ее переместить на этот круг, чтобы развернуть спиной к нише. Так. Че, снова отодвинуть надо и поставить обратно, что ли? Да блин. Меня-то зачем поворачивать? Вот, вот так. Смотреть, какие-то там снизу символы в виде креста, что ли, что-то. На самой статуе. Блин, переборщил, что ли? Так, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Давай. О, отлично. Тютелька в тютельку просто прям. А, нет. Не глаз, алмаз у меня. Миллиметраж. Так. Скотч какой-то лежит, что ли? Цилиндр. О! Это получается похоже на ту штуку, которую мы взяли. Это, наверное, вторая часть ее. Типа ключ-то, помните? Цилиндрический металлический объект с полостью в центре. На нем выгравированы символы. И на том тоже были выгравированы символы. Окей. Так, в принципе, здесь все, да? Где тут выход? Где выход-то? Так, отлично. Но хотите прикол? Я, короче, это... Не знаю, как выбраться отсюда теперь. Мне нужно сейчас взять огнемет. А у меня места нет. В чем прикол? Как мне теперь? Мне нужен ящик. Ящик. Мне надо как-то, не знаю, избавиться от... О, нет. Только не вы, а? Да блин. Умри. Ты один или нет? Похоже, он один. А, смотрите. Эта дверь открывается. Чётенько. Я думал, дверь эта не откроется. Я ж испужался маленько. Так, давайте. Думал, что неправильно сделал что-то и... комбинируем и придется загружаться. Так, вал барабана, на нем выгравированы символы. Включить. А смотрите, поворачивается. Наверное, соединить надо. О. И у нас тут получается 4 2 3 1. 4 2 3 1. Какой-то код, что ли. Интересно.
Интересно, но пока непонятно. Давайте попробуем вставить эту штуку. Туда, где и положено быть. Туда, где имеет место ей быть. Что-то какими-то странными фразочками начал говорить. Мигающие кнопки нажать на одну. Да. Какую из кнопок нажать? Так. Какая там была комбинация? 4. Четыре, да? 2, 3, 1, по-моему. 2, 3, 1. Похоже, подача питания восстановлена. О, лифт приехал. А что с ним, Хантер не приехал или какой-нибудь зомбак, как обычно бывает? Он на лифте такой сидит там. Так, что-то мигало, да? Отлично, патроны для пистолета. Это нужное дело, этот нужное дело. Ну, поехали. Спустились еще ниже. Представляете, да? О, дверь здесь. Давайте посмотрим, что здесь еще имеется у нас. Спускаемся все ниже и ниже. Как это обычно бывает, в самом низу живут... Чем ниже спускаешься, тем огромнее монстры. Куча мешков с песком. О, ящик. Прикол. Может что-то выложить? Давайте выложим. Я думаю, она не нужна больше. Что у нас вообще еще имеется здесь? Магнум. Магнум мы оставим. В принципе, ничего такого нужного. Надо, я думаю, перезарядить ружье на всякий случай. Чтобы потом не ковыряться там. Так, лесенка вниз какая-то. Немного старых запасов, они помечены как отходы. Ну да, чем ниже всякие отходы сброшены. Тут вообще будут мутированные твари, наверное, всякие, чересчур. Так, что у нас ничего нет. Такая платформа странная. Уплотнитель мусора. Тут кнопка. Какой-то пресс. Нужно, наверное, загнать сюда зомби и спрессовать. Ладно, пойдемте в дверь. Причем дверь такая какая-то. Не для пещер такая, да? Какая-то больше похожа на лабораторную, да, смотрите. Нет, здесь пещеры дальше продолжаются. О, что там? Кто-то пришел.
О, нет, опять эта тварь. Блин, жесть. Это рычаг. Давай нажмем быстрее. Что-то заставлять, это... Ай-яй-яй. Бежим, бежим, бежим. Бочки полны пороха, но из-за сырости здесь они бесполезны. Подожгет. Блин. Это еще и на время штука открывается. Огнемет же мы оставили. Там наверху. Так, она за мной, я думаю, надеюсь, не пойдет. Или оно. Какие-то лопаты, не знаю, что-то добывали, короче. Ой. Разобраться. Еще выше. Ух ты, ничего себе. Вот это сюрприз. Прикольно. Секретик нашли. О, для магнума это ништяк. Ползали в пещерах и нашли какие-то... Так, на коробках надпись «Химикаты». Здесь химикаты, там отходы. Так, ящик двигать. Я думаю, туда, наверное, его надо, да? Передвинуть. Не просто же так, лифт этот. Механизм для транспортировки материалов. Но какой-то материал. Коробку. Ящик, то есть. Да блин, застрял. Теперь отправим куда-нибудь. Ну и что? Куда-то мы отправили, короче, эту. Этот ящик. Сюда мы еще не спускались. О, смотрите, здесь аптечка. Ай-яй-яй. Блин. Ой-ой-ой-ой. Не психуй. Ладно. Бери-бери-бери быстрей. Беги. Так, а где у нас... А, вот. Это штуковина. Тут механический крючок, он застрял внутри отверстия. Какая же ты вообще страшная тварь. Так, короче, надо выложить, сбегать. Пистолет от магнума. Блин, не хочу на нее тратить патроны. Понимаю, что можно ее... прибить, короче. Блин, а чё у нас? Смотрите, сломано.
Так. Понятно, короче, надо. Под пресс эту штуку. Не зря же это все. У меня что-то так промелькнула мысль эта. Я решил проверить, спуститься. Взрывоопасная. Как бы бахнуло бы сейчас просто. О, огнемет. Можно сжечь эту тварь. Сломанный огнемет. Он сломанный. Это плохо. Так кривой так. Ствол сломан. Не боеспособен. Окей. Ладно. Те крюки, они на время, получается. Надо как-то все быстро сейчас сделать. Так, выложить нам ничего не надо. Ничего. Думаю, жизни нам хватит. Главное, не попадаться к этому жуткому монстру. Блин, он ходит рядом с рычагом, как всегда. Так, здесь, да? Сейчас спускаемся по лестнице вниз. Да блин, ты уйдешь отсюда наконец или нет? Тварь, а? Эти красные травушки тоже возьмем. Так, отлично, рычаг здесь. Так, и как она? Она пошла в обход или... О, она пошла в обход. Отлично. Хуже, что дверь откроется, если повесить на него что-то особенное. Все круто. Круто, круто, круто. Надеюсь, эта тварь не пойдет за нами. А, я думал, это дверь такая с решетки. Смотрите, как эта комната вообще на церковь, да, похоже. Ну, не то что на церковь, а что-то есть такое. Огонь погас, но, судя по всему, совсем недавно. Уж поджечь. Все надо поджечь, короче. Огромная коллекция различных кукол, они все блеклые и изношенные. Окей. Стол завален потрёпанными куклами и горящими свечами. Я вижу, какая-то там печень, что ли, лежит на столе еще. Стулья, смотрите, сложены наверх. Понятно. Кандалы к стене прифигачены. Фу.
Ой, змеи, 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 змеи. Блин. Водяные змеи. Нафиг. Так, они сюда не заползут? Хорошо, что они сюда не заползают. Похоже на семейное фото. Мать и дочь, кажется, были довольно близки. Куча фотографий маленькой девочки, отображающие различные этапы ее взросления. А это, короче, вот этот монстр. Это та, наверное, маленькая девочка. Над ней эксперименты проводили, наверное. Постель все еще теплая. А это ее жилище, типа, да, наверное? Подошел к фонарю, а надпись у нас «Постель еще теплая». Шкатулка для драгоценностей. Изучить. А, она просто без головоломки получается. Вот каменное кольцо. Семейная фотография и заметки. Здесь что-то написано сзади. 10 ноября 67 год. Вирус-прародитель введен. Джессика, введенный вирус тип А. Повышенная активность клеточной плазмы. Слияние с вирусом отрицательно. Действие уничтожено. Лиза, введенный вирус тип Б. Повышенная активность клеточной плазмы. Слияние с вирусом положительно, но с задержкой симбиоза. Изменение тела, наблюдаются постоянные результаты. Статус продолжить наблюдение. Джордж, действие уничтожен. 30 ноября 67 год. Тут журнал, оставленный кем-то. 14 ноября 67 год. У меня кружится голова после их уколов. Не вижу маму. Куда они ее забрали? Она обещала, что мы убежим вместе. Разве могла она сбежать сама и бросить меня? 15 ноября. Я нашла маму. Мы теперь вместе. Я очень счастлива. Но она подделка, не моя настоящая мама. Тоже лицо, но другая внутри. Нужно найти маму. Нужно вернуть лицо назад маме. Я забрала лицо мамы назад. Моя мама и ничья больше. Я прикрепила ее лицо к себе, так что она не уйдет. Потому что мама сказала, когда я встретила ее без ее лица. Чего? Так, 17 ноября. Из коробки запах мамы. Может, настоящая мама там? Каменная коробка тяжелая, стальной трос на пути. Не могу увидеть маму из-за четырех камней. Это четыре камня. Так, взяли вот эту штуку. Восьмиугольное кольцо, сделанное из камня. Сюда мы вставим, короче, эмблему. Зеленая, синяя трава. Пара старых бочек, содержимое похоже на воду. А нам некуда, короче, взять. Это добро. Блин. Зеленую жалко траву. Что за знакомое место, блин. Здесь мы первый раз встретили эту тварь. Так, давайте выложимся. В принципе, мы выложили. Можно спуститься за красный и зеленый, и синий травой. Ой, не красный, а это... Чего это? Чё там за символы были написаны? Что-то 3-1.
раз два места освободилось. Сбросим. Можно смешать, наверное, сразу. И синюю тоже, наверное, смешать, да? Пускай будет. Так вот. Сразу, чтоб съел и отраву нейтрализовал. Так, это скомбинировать тоже штуку. У нас еще какие-то медали орла, медаль. Отлично. Куча всяких медалей. Сохранится. И на этом я буду, наверное, заканчивать. Вот. Возвращаться в особняк будем в следующей серии и смотреть, что находится за той решеткой таинственной, под лестницей, какие, которые там звуки кто-то издавал. Вот. И кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, ставим дизлайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Оставляем комментарии. А я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.